Осенняя неделя добра завершена. Сегодня во Владимире городское управление по делам молодежи подвело итоги конкурса добровольческих инициатив. Финансовую поддержку получили 22 проекта. Всего в рамках осенней недели добра владимирская молодежь провела 50 мероприятий. Ребята ставили спектакли для воспитанников детских домов, проводили праздники для пожилых людей, собирали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. А еще сдавали кровь и помогали пристроить брошенных животных. Каждый проект организаторы оценили по достоинству. Призами наградили всех участников. Не педагоги, да, которые пришли и сказали, что эту акцию нужно реализовать, а дети, наоборот, с инициативами ходят к педагогам, сами находят благополучателей и организовывают очень душевные мероприятия. Ну а 22 декабря впервые во Владимире пройдет душевный базар. Девиз этого неформального благотворительного мероприятия – «Отдай добро в хорошие руки». Присоединиться к акции владимирцы могут уже сейчас. Для этого нужно принести в один из трех пунктов сбора ненужные вам вещи. Конечно же, это должны быть вещи в хорошем состоянии, игрушки, может быть, какие-то изделия, сделанные своими руками, может быть, какие-то вещи, которые вам уже не нужны, и вы готовы их отдать безвозмездно. А наши добровольцы в рамках душевного базара организуют ярмарку благотворительную, и все средства от продажи этих вещей пойдут, конечно же, на добрые, хорошие цели, на курсы реабилитации для больных детей.